мечтает быть пилотом. Очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. От, от, от винта. От, от, от винта. Начнем мы с героя Советского Союза Юрия Гагарина. А это его первый самолет Як-18, на котором он, к сожалению, и погиб. Но давайте не будем о грустном, а лучше поговорим о космосе. Это спускаемый аппарат космического корабля «Союз». Внутри таким образом сидят космонавты. А как вам космическая еда? Давайте спустимся на Землю. Это многофункциональный боевой вертолет Ми-24. Он был разработан в середине 60-х годов. Когда, приятель, ты надумаешь летать, не забудь, что ты летатель, и не смей копить смоть. От, от, от винта. От. Итак, что у нас в кабине вертолета Ми-24? От винта. Это кольцеплан Нарушевича. Кольцеплан – это самолет с замкнутым контуром крыла. Его создание началось в 1988 году Нарушевичем Аркадием Александровичем и летчиком Гущиным Анатолием Леонидовичем. Главной особенностью было то, что крыло не крепилось непосредственно к фюзеляжу. Он располагался внутри крыла на стойках и подвесах. Все за исключением стоек от Ми-4 и приборной панели от Ан-2 было спроектировано самостоятельно. Двигатель установлен поршневой, девятицилиндровый, М-14П. Самолет давал отличные летные характеристики, но из-за развала Советского Союза в 90-е годы проект заморозили. Были попытки закончить начатое дело, но все безуспешно. И самолет, всеми забытый, хранился в Барановичах. Но все изменилось. После покраски самолет отправился в этот музей, где сейчас радуют людей. Ну вот, видео подошло к концу. Было очень интересно. Но если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Я буду очень благодарен. До новых встреч!